Евросоюз планирует выделить 10 миллионов евро на урегулирование Молдо-Приднестровского конфликта. В Приднестровье о европейских деньгах информации нет. Об этом в интервью российским СМИ сообщил президент Вадим Красносельский. По его словам, финансовую тему с руководством нашей страны никто не обсуждал. А если вопрос и встанет, появятся какие-то конкретные проекты, типа строительства моста через Днестр, то этим будет заниматься Верховный Совет Приднестровья. Что такое урегулирование и как этот термин понимают в Тирасполе? Этим вопросом президент уделил особое внимание. Кстати, исторически не следует говорить о подсоединении Приднестровья от Молдовы, подчеркнул Вадим Красносельский. Под урегулированием Приднестровского конфликта следует подразумевать международное признание Приднестровья как государства. Это Молдавия вышла из состава Молдавской ССР, а мы остались, и Приднестровье можно считать правопреемницей МССР. Улучшение жизни людей на берегах Днестра для Тирасполя – это один из главных приоритетов переговорной повестки. Помочь призван и формат 5+2. Правда, пока международная площадка пустует. Пауза длится вот уже почти год. Сейчас дипломаты Приднестровья и России призывают всех вернуться за стол переговоров как можно скорее.